эти столы, значит, ну, соответственно, а потом уже началось обсуждение. Конечно, а как обсуждать? Вот так и надо начинать. Да. Может быть, мы начнем тогда содержательную часть, да? Да. Потому что все друг друга почти что тут знают. И как ничего особенно нового мы друг другу не скажем. Друг о друге, потому что мы все друг друга любим, давно знаем. И будем продолжать нашу активную деятельность. В центре Петербурга, неподалеку от Таврического сада, встречаемся сегодня по поводу выхода книги Норы Гринюковой «Таврический сад». Покажите, вот так она выглядит. Замечательно. Вот сидит скромно наш дизайнер Иван Грабе. Вот, пожалуйста. Познакомьтесь. У него вы сможете купить эту книжку при желании. А также некоторые вам покажу книги, которые продолжают или предвосхищали тему единения нашего небольшого мира через литературу, а именно Петербург, Берлин, Нью-Йорк. Ну, Марисоль еще у нас не было никого из Марисоль. Я первая. Я тогда же Кинти Маркеса. Да, да, да. Наше издательство многие годы выпускает, с 92 года мы работаем. Мы выпустили очень много книг, более 3500 названий. Это гуманитарная научная литература, все области гуманитарных наук мы охватили. Ну и, кроме того, литература, как мы называем, нон-фикшн, то есть литературу талантливых, ярких авторов, которых мы не видим в телешоу. Да, пока, да. Вот, значит, мы многие годы выпускали серию книг, которая называлась «Русское зарубежье». То есть, когда к нам стали обращаться русскоязычные авторы, живущие в разных концах земли, получилось, что этих авторов очень много, и что все они очень талантливые. И вот серия «Русское зарубежье» как бы создала такой контекст литературный, в который вливались многие, так сказать, таланты, и образовалась некая такая плеяда многозвездная. Вот. Ну, например, у нас книги, вот связанные с Германией, да, немецкая лирика. Это билингвые переводы, двуязычная книга, вся немецкая поэзия, наиболее ярких ее представителей, прекрасные переводы разных авторов. Например, у нас есть Семён Ялкут, американский альбом, человек, который живет в Соединенных Штатах и пишет прекрасные, такие увлекательные рассказы, романы, повести, которые, так сказать, повествуют о разных-разных моментах. С Берлином наше издательство познакомилось впервые. Вот автор из Берлина, Татьяна Нелюбина, «Оракул в Подоле», в 2002 году она вышла. Это великолепная художница, иллюстрированное прекрасное издание «Оракул в Подоле». Вот она, так сказать, открыла берлинскую серию в свое время. Вот. Что касается еще каких-то путешествий, да, наших. Вот Михаил Ракунов, пожалуйста, Чикаго. Трубу трубили слоники, великолепный поэт. Многие наши поэты собирались этим летом в Турции. И вот я не взяла, наверное, эту книжку. И мы издали книгу этих поэтов «Солнечный ветер». Это такой альманах, в который вошли все участники поэтического фестиваля, который в Анталии проходил под руководством вот Михаила Ракунова. Ну, такие вещи. Есть у нас и авторы-путешественники. Например, Сергей Воробьев, который живет в Риге,
Но этот человек 2 года провел в Антарктиде. Вот его книги повествуют о его, так сказать, необычной судьбе и необычных историях, которые с ним происходили. Вот. И замечательная бард Катя Яровая. Вот Татьяна Янковская в Америке создала книгу памяти Кати Яровой. Значит, и мы ее издали, представляли, и она получила премию у нас. Вот. Я очень рада, что имела возможность показать вам эти книги. Я очень рада приветствовать Нору, которая посетила наше издательство. А теперь я ее приветствую, так сказать, в стенах известного ленинградского, петербургского альманаха. Вот, вблиз Таврического сада. Ой, еще раз. Таврического сада перепрыгнуть через ограду. Это всем приходит в голову. Да, да. Татуша и кокуша. Татуша и кокуша все, да. Значит, сумку с книгами я отдаю Ивану. Извините, мы немножко спешим, у нас Жизель. А Иван тоже Жизель? Мы спешим. Нет, Иван без Жизели. Плакать будем мы, а Иван будет с вами. Ой, вот у нас есть такая замечательная печать для торжественных случаев. Я надеюсь, вы найдете ручку для автографов. Да, конечно. Вот, и вы можете в конце, после того, как Нора расскажет вам о содержании своей замечательной книги про Таврический сад, подписать книги, приобрести их по 400 рублей. И... Подождите, а можно вас спросить? Прекрасно. Наше, ваше издательство, да. Название? Алитея. Наше издательство Алитея в переводе означает с древнегреческого «истина». А где оно находится? Оно находится у нас на проспекте Волковской обороны, напротив книжной Мекки, напротив ДК Крупской. Спасибо. Где визитки взять с собой? Где книги ваши можно приобрести? Книги наши продаются в подписных изданиях. А Норина книжка уже отдана с пылу жару Дом книги. Так что она там или появится, или уже появилась, может быть. Так что можно ее там приобрести. Значит, не так все плохо. Наоборот, все хорошо. Хорошо. Спасибо. С вашим позволением я откланяюсь. Оставляю Ивана за главного. А мне приятно, что вот вы две книги назвали. Вот Яровая. А мы вначале о ней в Невском альманахе рассказали. Автор тот же, в Америке живет. Да, да, Янковская. Янковская, да. И Сережа Воробьев. Он да? у нас здесь выступал. Да, я знаю. И поэтому я показала эти книжки. И в Невском альманахе тоже все время публиковался. Это прекрасно. Так что, это прекрасно. Видите, мир тесен. Мир тесен, да. Между Антарктидой, Америкой, Берлином. И в Марисунь расстояние одну руку пожать. Отлично. Еще секундочку. Задумчивый у меня очень. Я писала рассказы, и они у меня некоторые опубликованы, другие просто лежали где-то, ждали своего часа, так сказать. И потом я уже поняла, что все это созрело, вот как, не знаю, какой-то фрукт, который долго-долго зрел, некоторые фрукты зреют годами, и потом, наконец, из них улупляется цыпленок, из этой скорлупки. То есть такая тоже может быть метафора. Короче, некоторые из этих рассказов опубликованы в всевозможных сборниках. Эти сборники, естественно, находятся в разных концах света, в разных концах Германии и России, и поэтому получается так, что потом неизвестно, где их можно прочитать, поэтому я считаю, что книжка, она как бы позволила собрать вот это вот разрозненное мое богатство в одно место, чтобы люди могли с ним ознакомиться. Поэтому называется «Рассказы разных лет», поскольку тут есть рассказы, которые написала, так скажем, 20 лет назад, а есть рассказы, которые написала несколько лет. Месяц, скажем, назад. А книжка разбита на 5 частей. Эти части
они по времени и географически имеют свои особенности. Первые две части посвящены Петербургу, а дальнейшие там дальше события у нас развиваются в Берлине. И затем в Америке часть есть, которая так немножко грустно называется «Прощай, Америка». И последняя часть – это немножко такое в сторону отходящее повествование «Марисоль». Это рассказы о жителях и тех, кто там из разных стран тоже приехал, вот в таком маленьком испанском городке «Марисоль». Слушай, читали «100 лет одиночества». И знают, что там кончается все очень трагически, и никто там по существу не выживает. Кончается тем, что последнего младенца съели красные муравьи, и на этом кончилась история семьи Буэндиа, полковника Буэндиа. А у меня как бы вот такой все-таки какой-то оптимизм в этих рассказах. Это тоже грустные истории, но там какое-то показанное развитие их, например, там папа умер, но его сын продолжает там жить и радоваться Испании и прекрасному. Мартинс ничего не знал о соцреализме, а вы знали, поэтому у вас оптимизм. Нет, ну на самом деле хочется хоть немножко людей настроить позитивно, хотя, конечно, далеко не все позитивно там. И про Берлин там у меня довольно ядовитые рассказы. Вот, поэтому я, если присутствующие вот мои друзья, которых я очень люблю, не купят книжку, то я им просто пошлю файл в PDF, они смогут почитать. Валериных книжек у меня очень много. Вот. Но я думаю, что сейчас продавать будет Иван. У меня очень мало книжек, у меня издательство всего несколько штук, а я их заберу в Берлин. Поэтому вот можно у Ивана, видимо, купить, кто захочет. А, ну, тогда мы начинаем дальше наше путешествие, так сказать, во времени пространства. И тогда я приглашу Настю. А почему это на твоем празднике я начинаю? Я думала, ты сначала, а мы потом так. Ну, можно так. Я могу тогда начать со стихотворения. Тогда я начну со стихотворения, про которое я говорила Владимиру Степановичу, когда мы с ним встречались предварительно. И я ему рассказала о моем дедушке. Поскольку Невский альманах посвящен все-таки истории Петербурга, истории людей, которые какой-то сыграли серьезную роль в жизни Петербурга и во время войны много сделали для того, чтобы добиться победы. И к этим людям относится мой дедушка Лев Абрамович Далкин, который всю войну руководил госпиталем, то есть это поезд фактически был санитарный. И получил там много наград, о нем написано в Википедии. Моя мама работала там же медсестрой. Потом она поступила в медицинский университет, где познакомилась с папой. Как раз папа ее был ровно 4 года младше, поскольку да, он сразу поступил. А она после того, как она работала во время войны у девушки. И Лев Абрамович дальше был известным гинекологом. Издал такую книжку, переведенную на много языков, «Гонорея». То есть он вот специализировался в этом направлении, но во время войны он был военным врачом. В Википедии как раз написано, что он военный врач-подполковник. Я не написала стихотворение о том, как я с ним была очень мало знакома. Он жил на Невском, в доме, где рядом с Невским паласом, где-то на высоком этаже без лифта. Лев Залкин. Я медленно еду по Невскому в троллейбусе. Это бессмысленно. Кругом только пробки и пробки и пробки. Я еду сейчас мимо дома, где жил и умирал мой дед Лев Абрамович Залкин. Его особняк отобрали революционные солдаты и матросы, а он жил в квартире без лифта, где два затемненных окна смотрели на солнечный Невский, другие же окна квартиры смотрели на сумрачный двор. Он был очень болен, известнейший врач-гинеколог, что написал бестселлер о гонорее. Он в Бонне учился, последний потомок богатой семьи, в
прабабушка в родах скончалась. Потом родилась моя мама, красавица Ниночка Залкинд. И вот мы стоим у дверей. Старинный богатый квартир. Высокая темная дверь скрипит, пропуская нас внутрь. Мой дедушка после инсульта. Он Невский не мог перейти, неловко с трудом семенил, на палку свою опираясь. Высокий и грузный, с тяжелым и благородным лицом. В зеленых красивых глазах застыли усталость и страх. Вот он на меня посмотрел, что это еще за зверюшка, малая, худая, чернява, какой-то китайский ребенок. Единственной внучкой была. Он взял меня за руку, и в близоруких глазах, за толстыми линзами очков с роговой оправой, внезапно мелькнула любовь. Его я больше уже не видала живым. Портрет этого еврея-аристократа висит в моей спальне и смотрит спокойно, как я с этой жизнью сражаюсь. Ну вот теперь мы пригласим все-таки Настю. Она прочитает такой очень милый рассказ, который у нас опубликован в нашем сборнике. А вот, ну, я еще раз повторю, что мы выпускаем двуязычные сборники «Шлосс Моабит», русско-немецкие. Как вот Татьяна Михайловна показывала, у нее есть такие переводы стихов. А у нас и лирика, и проза. И особенность наших сборников заключается в том, что там участвуют и русскоязычные авторы, и немецкоязычные. Всех русских мы переводим на немецкий, а немецких на русский. Ну, Настя у нас постоянный участник. А Валера, ты тоже, по-моему, да, в наших сборниках участвовал. Валера тоже. А, но остальных мы приглашаем на будущее. Пожалуйста, Настя. В рабочем порядке называю нон-фикшн, то есть жизненные такие зарисовки. Сантехник Леди Чаттерлей называется. Она давно уже чувствовала, что в ее жизни творится что-то не то. А после давешней истории с сантехником задумалась об этом всерьез. Собственно, ничего особо страшного будто бы не случилось. Ну, лопнула труба на кухне, вызвала сантехника Рустамыча. Да он давно тут к ним ходит, нормальный вроде мужичок, не злой, не рвач. Черные раскосые глазенки, пара золотых зубов сбоку, синий камбез сбоку на ЖКС на спине. Он всегда вроде с ней любезничал. А тут, ну, просто рта не закрывал. И чтоб вот так прямо, откровенно пялиться масляными глазками на ее грудь и при этом лепетать несуразные комплименты и что-то там про бюст брякнуть немыслимое, это увольте, это уж слишком. Да как ему в голову-то прийти могло, какова наглость? Она ж как бы барыня для него, в большой отдельной квартире, с евроремонтом, нарядная, с маникюром, всегда чаевые сунет, чтоб в случае надобности прибежал без всяких... А тут, блин, на тебе, докатилась. Полжизни назад, когда она студенткой подрабатывала во внебрачной охране, дворец бракосочетаний по ночам сторожила, также комично к ней клеился проверяющий начальничек мент, курносый кратышка с есенинским чубчиком и обувающим говорком. «Бюст», — говорил, — «у вас очень хороший, декольте вам шибко пойти должно». Но тогда, при всей своей дикости, ситуация была вполне объяснима. Это все же был какой-никакой, но ее босс. Законно, так сказать, пытался злоупотребить служебным положением. Харассмент, как сказали бы теперь. Но Рустамыч, это же статус ниже плинтуса, он-то на что рассчитывает. Подумала и тут же с тревогой осознала, что не один Рустамыч оказывал ей особые знаки внимания последние пару лет. В самом деле, как-то изменился контингент. Раньше все художники да поэты за ней волочились, писатели или там преподаватели древнегреческого на крайняк. Был даже молодой английский аристократ с потомственным местом в палате лордов и серьезным намерением жениться на русской. Но она дура, дура и другого тогда любила. Поплатала Ванечку с гитарой и пустыми карманами, и лорда слила, ничтоже сумнявшийся. Потом уже лет в 30 нищие эталонные 90-е мечтательно рассказывала подругам. Вот, девчонки, была бы я сейчас леди Анастейша Пирс. А девки радостно извили. Ой, леди Пирс, вам катышки на улыбку поприте. Правда, в юности тоже осечки случались. В деревне у дяди Кости проходу ей не давал некий Сашка по кличке Сябрь. Навоз, насколько он в баре убирал. Но это был единичный случай. А сейчас то пьянчуга в скверике кричит ей во след восторженная Кармен.
то вышедший из винной лавки помятый бородач игриво преграждает ей дорогу, то дворник Нурик, пряча за пазуху гонорар за вынос мусора, вдруг говорит доверительно: «Хорошая вы женщина, добрая, а сколько вам лет?» Растерявшись от наглости его, она даже ответила, на что он, ничуть не смутившись, заявил: «Маленько старше будете, но ничего». И тут же пригласил на настоящий узбекский плов. Она расхохоталась тогда, представив себя в дизайнерском платье и с новой флорентийской сумочкой в гостях у Нурика в дворницкой над подворотней. Мутнеет крохотное окно, пахнет плесенью и нежелухой, на батарее сохнут вонючие носки, Нурик в синей бейсболке козырьком назад разделывает баранчика в побитом тазу за фанерной перегородкой, в казане на плитке стреляет закипающее масло, но сейчас ей становилось не до смеха. А вот еще так называемый садовник, шабашный фигарек на даче, которого она нанимает газон косить да елки стричь, он ведь тоже этим летом учудил. Заявился подвыпивший с охапкой флоксов и авоськой даров. Картошечка домашняя, кабачок, фаллический символ, молодая свеколка, вот борщик изготовьте себе из всего натурального, банка варенья, сам варил, рябина красная, рябина черноплодная и клюковки немножко, блинчики макать хорошо. И, говорит, была у него одна женщина, евреечка, очень красивая, на вас похожа. Ой, блин, в растерянности думала она, что ж ты делаешь, тоже мне садовник леди Чаттерли. Правда, на самом деле любовником леди Чаттерли был егерь, а вовсе не садовник. Но бабушка всегда называла его садовником, и так ей запомнилось на всю жизнь. Как бывает иногда с обожаемыми стихами. Неточная память внесет свои коррективы, подменит иные слова, и когда годы спустя перечитывая, вдруг обнаружишь ошибку, оригинальная авторская версия режет слух. Единственно правильной кажется своя, перебранная, родная, выношенная под сердцем. Мама с тревогой смотрит в окно на Игорька, топающего к их воротам с букетом и кульком, из которого свекольная ботва торчит, и шепчет горестно: «Ох, не надо бы, все это на глазах у соседей, да он же женат!» И вправду не дело. Жена весь отпуск в огороде задом кверху простояла, грядки полола, цветулечки выращивала. А чуть в город по делам уехала, он все флоксы пообрывал и своей четверлейши тащит. Скандал, однако. Другой раз шел из магазина под шафе. Она вдоль дороги стриженные елочки поливала. Притормозил торжественно и со значением морду. Девочка моя. Страшно представить, что могло последовать дальше. Но тут живая изгородь развернулась, и оттуда, как медведь из чащи, вышагнул ее бойфренд Боб с грозным лицом командора, узревший в окно сию неуместную пастораль и ломанувшийся напрямик, минуя ворота, урезонить наглого волокиту. Да, новый этот контингентец не радовал и, прямо скажем, ставил ее в тупик. Правда, вскоре выяснилось, что такая картина не у нее одной вытанцовывается. Московская подруга Валентина по большому секрету поведала о немыслимой интрижке с маршруточником-гастарбайтером. Вполне молодой еще водитель микроавтобуса, в котором та с работы ездила, после пары дней подмигивания и примитивных любезностей, сделал недвусмысленное предложение – отправиться после работы в опустевшей маршрутке на ближайшие пустыри, там, ну, сами понимаете. Но самое невообразимое то, что дурында это согласилась. Видите ли, ее женское естество истомилось от одиночества. Домой привезти мужчину она не может, там дети севера по лавкам сидят, за стенкой мать больная. Университетские ее ухажеры все с разведенными женами или вышедшими из ума мамашами на одной жилплощади маются и даже пустой маршрутки не имеют, чтобы даму туда пригласить. И ее достало целоваться с ними в сквериках, как гимназистки, а тело ее осеннее неуклонно требует бабьего лета. Вот и решилась. Шок, правда, испытала серьезный и заявила своему маршруточнику, что больше в таких условиях никогда и ни за что. Приезжий водила показал себя настоящим мужчиной и для следующего свидания снял за 1000 рублей мини-отель на час. Вальке в мини-отеле понравилось. Никакого домашнего бардака, ни тебе хамящих детей, ни грязной посуды, барахло под ногами не путается, пустая комната с розовыми шторами и широченной койкой с эксодромом, не то что у нее дома раскладное кресло с трехтомником Довлатова вместо сломанной ножки. Без убогой одежды в ноготе своей маршруточник оказался прекрасен, как молодой халиф, с чеканенным профилем и рельефным торсом, да еще, к счастью, был абсолютно молчалив. Не портил полуграмотной болтовнёй иллюзию тысячи и одной ночи. К тому же проявил себя практичным малым.
смекнув, что комната на сутки стоит всего на 500 рублей дороже, чем на час, стал снимать на сутки, раз в неделю. И Валентина отрывалась на уикенд по полной. Одна проблемка. Отель, как на грех, был вблизи универа, в котором Валька читала курс русской словесности. Пару нее по пятницам не было, но студенты учились. И она трепетала не на шутку, представляя, как на подходе к своему парадизу нарывается на декана или старосту группы. Поэтому укутывалась шарфом до самых бровей, как шахидка. Но недолго музыка играла. Через год халиф-маршруточник уехал в освояси, и прикипевшая к нему душой и телом, отвыкшая от одиночества Валентина, долго и изрядно томилась и страдала. У Катерины в садоводстве тоже Санта-Барбара с местным строителем Абдулой завязалась. Поначалу он вел себя скромно, обшил вагонкой сортир, перекрыл крышу, перебрал ветхую кухню, все за чисто символическую плату. И душными летними ночами ублажал Катюху в крохотной комнатке в мезонине, где шуршали мотыльки и пахло жасмином в раскрытое окно. Та была почти счастлива, только от взрослого сына приходилось скрывать этот социально неприемлемый союз. Катерина глядела королевой, надменно называла Абдулу за глаза карманным любовником, отдала ему старый велосипед, подумывала даже прописать его временно, чтобы привязать покрепче. Но тучи сгущались. За Абдулу в дачном поселке развернулась нешуточная борьба. Местная толстуха из одиноких дурнушек исхитрилась родить от него ребенка. Он ей в прошлом году забор чинил. И вот результат. Теперь змея подколодная давила на отцовские чувства. Типа ничего для себя не требовала, только приходи с ребенком общаться. Мальчикам тебе так нужен отец. Ты ж понимаешь, что значит для восточного мужчины сын, ревела Катюха, размазывая по щекам серые слезы. Он не может его без внимания оставить. Ходит теперь туда играть с этим младенцем, ладушки делает. Толстуха его борщами и котлетами кормит. И это становится опасно. Это называется развитие отношений. К слову, выяснилось, что толстуху уже даже и прописала его. Так что в Катькиной милости он вроде как больше не нуждался. Короче, Катюха, похоже, готовилась выйти в тираж. Другая дама, владелица серьезной конторы, ремонт и дизайн интерьеров, тоже незаметно и легкомысленно увязла в отношениях с заезжим паркетчиком из своей фирмы. Смазливый украинский хлопец поселился в ее прекрасной квартире в Петроградской, забирал из садика дочку, ходил за картошкой, чистил автомобиль от снега. Мужик в доме, одним словом, настоящее вранье счастья. Притом все заработанные у Натальи в компании деньги переводил домой, жене и детям. Столовался у Наташки и даже как будто бы на карманные расходы от нее получил. Все это, впрочем, Наташу устраивало. Один момент лишь травмировал несказанно. Его ежевечерние долгие беседы с женой по скайпу, с Натальиного ноутбука и в ее собственной кухне, куда, кстати, ей решительно было не рекомендовано заходить в это время, но не смехли. Излишне пояснять, что через пару лет хлопец свалил в милую Украину строить себе новый дом на честно сэкономленные деньги, а очередная дуга с разбитым сердцем, родовой белугой и заедала шоколадным стрессу тело. Так что вполне тенденциозны были участившиеся знаки внимания социально неприемлемой стороны. Город нынче переполнен приезжими работниками, еще молодыми, здоровыми мужчинами, оторванными от жен, и они очень быстро смекнули, что здесь полно одиноких дам, зачастую вполне состоятельных, ухоженных, повыгонявших в свое время никчемных местных ленивых мужей, без них наконец-то наладивших свою жизнь в комфорте и достатке, и незаметно оставшихся в полном одиночестве ввиду неумолимо приближающейся старости. Но мужички не растерялись, быстренько заполнили нишу, с лица воды не пить, как говорится, зато какое практичное решение вопроса. Дворник Нурик сформулировал его предельно четко. Маленько старше будете, но ничего. Вот и Рустамыч наш приметил, что она всегда одна. После 22 лет супружества наелась семейными реалиями по самое никуда. И теперь жила со своим бобом в так называемом гостевом браке, без валяющихся по всему дому носков и докучного футбола. Встречались они уже без малого 10 лет раз в неделю, все самое лучшее друг другу, бытовухи не вязли, зато до сих пор целовались в лифте. Поэтому Рустамыча обычно она принимала одна. Вот он и смекнул, что стоит подсуетиться, хорошее местечко пропадает. «Ну ладно, голубчик, я тебе устрою, сантехника леди Чаттерли», мстительно думала она, и случай не заставил себя ждать.
как раз из Москвы приехал ее оба сын, молодой представительный бизнесмен. По делам собирался целый день в центре крутиться, вечером обратно на Сапсане, и с папенькой пообщаться хотел. А она живет в центре, некуда, в 2 минутах от Невского и Московского вокзала. Вот и решили на ее территории семейный ужин устроить. А на утро отец и сын свои дела в городе планировали, с тем, чтобы к ланчу снова собраться дома вместе. Вот она заявку на сантехника аккуратно это утро и оставила. Он трубу должен был менять. В тот раз наложил временный бандаж и бумажонку накалякал, где чего купить для работы надо. На утро Рустамычу дверь торжествующую открывает. Тот поспешает ей навстречу со слащавой улыбочкой, весь аж светится. Очередной комплимент готов сорваться с уст. Подила нашего, пока на 4-й этаж карабкался, топ в прихожую, а там молодой самец в дорогом костюме тапочки разувает, ботинки зашнуровывает. Рустамыч, бедолага, глазам не верит, думает, может, клюк из будуна. Так вроде ничего, кроме пива, вчера не пил. Извинившись, в лице протопал в кухню, а там больше. Бородатый интеллигент в очочках, в халате кофе по-хозяйски допивает. Ей-богу, ей даже жаль стало этого Рустамыча. Пробормотал «здрасте» и угрюмо скрючился в углу, как зомби молча с этой трубой возился, глаз на нее не смел поднять, не то что про бюст речи заводить. А видные мужчины царили в доме, сновали туда-сюда, уходили и возвращались, приносили свертки, уносили пакеты с мусором, уточняли марку вина и список покупок к обеду, чмокали хозяйку в щечку, делали ручки притихшему Рустамычу. «Ну вот, хозяйка готова». Рустамыч утерся чумазой ладонью, глядя в бок, принял чаевые и молча засеменил по коридору к выходу. Она смотрела вслед на его понурые плечи, на рыжие буквы ЖКХ на синей спине. Услышала, как в гробовой тишине хлопнула входная дверь. Ей решительно чего-то не хватало. Может, зря она так с ним. Все-таки женщина на рынке того и существует, чтобы вдохновлять мужчин на комплимент. Да, спасибо, Настя. Значит, наш вариант, который мы опубликовали, был немножко сокращенный. Мы там вот этот вот последний эпизод с этим Рустамычем, которого вы видели, мы не брали. Потому что у нас есть политкорректность, и это звучит немножко так. Сами понимаете, короче. Ладно, значит, я бы там закончила, я закончила книжки на месте, я переводила на немецкий, закончила книжку на месте, рассказ на месте. Маленько старше будете, но ничего. Валера, пожалуйста. Значит, после Насти сейчас сложно читать, потому что у нее такая витиеватая проза, в отличие от замечательных картин, кто не знает, это гениальная художница, которая более такая, значит, она чего-то рассказывает, а я ничего не рассказываю. Поэтому, когда я, значит, пишу что-то, то это не рассказы ни о чем. Поэтому, в отличие от моей любимой Насти, это будет такая некоторая более абстрактная вещь. Но у меня есть единственное преимущество. Короче, я пишу короче. Да, короткие, но очень выразительные стишки. Так. Мы вышли на простор, оперативный, пустое поле, кое-где торчали дзоты, из них летели пули, но для нас они не больше, чем пчелиные укусы. Все было хорошо, но кто-то впереди споткнулся и упал. Сначала мы решили случайность, но за ним посыпались другие. Вот тут-то и закралось сомнение, что правда не на нашей стороне. И многие остановились, вызвав муту в рядах. Я слышал об этом, рассказывал свидетель, нет, не битвы, разговоров около костра, когда слепой размахивал руками и извлекал из дыма картины. И я верил ему, хоть знал, что все не так.
Я исключительно угар, потому что я всегда, когда пытаюсь готовиться, в отличие от некоторых, в том числе от Насти, что буду читать, я не знаю, что я буду читать. И вот я так просто отвечаю. Так что, если вы начнете. Ну, вообще-то я у всех прозаиков спрашивала, что они будут читать, потому что я хочу знать, что тут будет звучать, да, приблизительно. Ну, просто твои стихи я хорошо знаю, у меня много твоих книжек, и, да, три, по-моему. Вот, и я сам не знаю, так что я буду читать. Да, ну, давай. Мы вернулись туда, где нас не было никогда, здесь никого не ждут, порвалась струна, ударив по пальцам, кровавый звук полощется, оставляя пятна на временах. Пьяный трубач помирает в дешевом отеле. Он не доехал, не для него загробная жизнь. Утро вычеркнет все, что можно. Мы дождемся ночи, услышим звуки мертвой трубы, звуки нашей жизни. Ночь никогда не кончится, никогда не кончится ночь, никогда не кончится, никогда ночь. Не хотите? Как хотите. Я хотел, да перестал. Все меньше снятся гури, все больше. На языке союзов и частиц. Вслед за глаголами уходят, остались междометия и вскоре молчание. Задумался, но все продумано. Проложены пути, промыты русла, прозрачная вода пускает солнце на дно. Где каменные плиты, где витражи, но долго любоваться не позволяет ветер. Волной обглоданы ступени, иди, там ждут, там поднимают за прошлое бумажные стаканы, в надежде выловить немного завтра. На Волге рябь, и непонятно, куда течет вода. Это, кстати, этот текст был написан на берегу Волги в Саратове, когда действительно было непонятно, значит, широкая река, а куда она течет, кто ее знает. Я так не понял. И зачем? Каспийское море. И зачем? Зачем? Вот это было. Зачем, да, там Каспийское море течет. Зачем, да. Обнять. Прижаться к чужой стене, забыться, забыть, что утро наступит. Зачем оно нам? Хватило б ночь на всю недолгую жизнь. А за окном голубь стучит лапками по карнизу, напоминает, что время неумолимо. А что? Действительно ведь нечего добавить. Все сказано, вернее, смазано, конец. И не к чему приткнуться, свою веревочку не привязать к пустому месту. Что делать со словами? Они как рвота откуда-то из мрака, из преисподней, все заполняют пузырями земли. И не вдохнуть, и не плюнуть. И рад бы, но нечего добавить, а хочется. Мне могут прохожие объяснить, что я не прав. Так, вы это, если чего, сразу ограничите, потому что... Ну да, ну может быть еще два, они же маленькие. Что-нибудь такое более, может быть... Ну-ка, что более... Оптимистичное. Нет, это оптимистичное, это ужасное слово. Более оптимистичное? Нет, оптимистичное не надо. Что-то более близкое к нашему сегодняшнему собранию по настроению. К нашему сегодняшнему вот собранию. О любви. Да, вот Таврический вот, сад. Вот, ребят, вот любовь. Вот о чем я не пишу, так о любви. Ну, не... А почему?
Потому нет, что это было, любовью было... надо заниматься, не, а не писать о ней. Нет, ты подожди, ты же написала любви, это стихотворение, когда все время ночь, а утро, зачем оно настает, это о любви стихотворение. Это стихотворение прекрасное о любви. А утром тоже неплохо. Мы были тихи и скромны, печальны в меру, завидовали тем, кто жил, не зная меры, но не были готовы чужую стать пример, принудных своих химер, корявых, мелких, какие есть. Пора, мой друг, пора знать честь. Ну, насчет любви, да, это вот сложно. Потому... Нет, на самом деле, ведь, понимаешь, любой текст про любовь, про смерть, это две вещи против. Все остальное нет, это все остальное это мелочи. Жизни. Поэтому даже когда там не пишется про любовь или про смерть, это все равно или про любовь, или про смерть. Совершенно верно. Так не было бы в тебе любви, вообще бы ничего не написал. Да, да, да. Подошел, заглянул, не понравилось. Отошел. Не могу вспомнить, что же там было. Вернуться, но нет. Но и томиться в неизвестности. Ах, будь что будет, взгляну, только взгляну. Но не идут ноги ни в какую. С места не сдвинуться, а там что-то клубится, фыркой, горит земля под ногами. Прекрасно. Говорят, главное в жизни – смерть. Не проглядеть, не пропустить, не проспать бы. Рано заснул, поздно проснулся, опять проворвали. В оконную раму ставлю на новое утро. О, прекрасно, да? Ну, как у Магритта, да? А? Магритта всегда в рамах много таких картин. Ну, что-нибудь так, еще новое. В конец. Да. После смерти приснится, что ты живой. Не поверишь и не проверить. Будешь куда-то спешить, опаздывать, обнимать. Раньше в этот момент просыпался, а теперь никого нет. Не разорвать объятия и не продолжить. Ну и последнее. Начнем с конца. Придумаем начало, а в середину, что попало до кучи. Пытаемся притормозить, вставляем пальцы в колеса, зная, что ничего не изменится. Согласны на обложку журнала «Невский альманах»? Конечно. Конечно, Владимир Степанович. Германия, весь тираж. Ну, последний, давай. Последний кадр. Так, а наоборот? А, наоборот. Молодцы. Сыграет Толя Попилько. Как называется его вещь, кажется? Вы знаете, ну... Дорогие друзья, для начала я скажу, что я очень рад и благодарен, что я сегодня здесь. Дело в том, что я всегда горжусь тем, что русское слово распространяется, как многие думают, как плесень, на самом деле как луч солнца по всему миру. И прозаики, и писатели, и поэты во всех странах, городах и весях пишут и помнят величие своего языка. И на самом деле здорово, потому что когда я был в Доме русской культуры в Париже, мне сказали, вы знаете, что самое страшное? Самое страшное, когда однажды мы выйдем в Париже, а все говорят на русском. Вот. И мне так стало гордо, замечательно. Когда это произойдет, я приеду, я первым приду. Вот. Да, будет музыкально-политическая интермеция. Я тут...
сделаю такую короткую вставку, коль уж мы находимся в нашем любимом Невском альманахе «Родных просторах». Я очень люблю Невский альманах. Недавно был юбилей замечательный, да, и мы все... 20 лет. 20 лет, да. Вот, Владимир Степанович Скворцов. И 20 лет замечательного журнала «Невский альманах». Мальчишка. Да, это точно. Владимир Степанович... Вот, с бешеными скоростями со своим альманахом несется по свету, и я прочитаю просто короткую вставку, это мои строки как раз об этом. Да бывает сложным совсем простое, прорастает семя, уходит время, нынче слово русское много стоит, и не всякий слово такое сеет, то ли от боли, то ли совсем от страха, но еще остались в строю России те, кто слово русское гордо сеет на страницах Невского альманаха. Словно речка время уходит в русло, кто-то хочет вычеркнуть слово память, но как Богом хранимые словом русским мы в кромешной тьме разжигаем пламя, согревая всех, кто пришел согреться, приглашая в дом, кто в ночи без крова, потому что в нашем горячем сердце сохранилось наше родное слово, наше. Пусть и купели плаха, и беда, и радость над небом синим, лишь страницы Невского альманаха — это ритм сердца моей России. Ну и я сыграю из своей шестой сюиты. Я так получилось, наверное, вышло чудо. Я родился и композитором, и писателем, и я пишу музыку. Я сыграю вторую часть из шестой сюиты, а потом, если она позволит, еще одно короткое стихотворение тоже прочитаю. Так называется шестая сюита, посвященная она нашему городу Санкт-Петербургу, Ленинграду, Москве. Вторая часть. Thank you.
спасибо большое. Так он стихотворение же хотел еще. А нет, это мы его дополнительно пригласим. Сейчас маленькая будет перемена наших участников. А теперь, вероятно, мы пригласим Диму, который прочитает замечательный рассказ. Дима нам гость из Израиля. И вот он сам себя представит. Как рассказ называется? Добрый день. Вот, он говорит, добрый день, заговариваюсь. Ночь. Дима, значит, Выгодман из Израиля. Да, Дима Выгодман из Израиля. Известный больше как Умяух, если кто-то встречал такой ник в сети. А можно поближе к нам? Да, спасибо. Рассказ называется «ЧП на улице Иерусалим». Рассказ написан в соавторстве с Ликой Подольской, она же Рима Крама. Старый рассказик, аж 93-го года. Можно начинать? Да, ну рассказ очень милый, и я думаю, что сюжет, который там представлен, никогда не устареет. Вот это главное. Алена открыла глаза. Сквозь рисы проскальзывал полосатый свет. Будильник, сволочь, опять не сработал. Блин, уже 8:30, пора на работу. А башка-то башка, ой, как трещит. Вчерашний парень из паба, с которым она провела ночь, промычал что-то во сне и положил ей на грудь руку с длинными волосатыми пальцами. Его тоже следовало разбудить. «Эй, эй!» – Алена расталкивала костлявое тело, спрятанное под одеялом. «Эй, чувак, вставай, я не хочу, чтобы за тебя на работу опоздать». Одеяло с чувака соскользнуло, и Алена увидела совершенно голову волосатого настоящего черта. Такого, как положено, с рогами, копытами и хвостом. «Ой, мамочки, галюники пошли, да допилась, догулялась», — испугалась Алена. За окном лаяла собака, на иврите ругались соседки, шумно проезжали машины. Как всегда, как обычно, и в комнате ничего не изменилось. Тот же круглый плафон над головой, тот же столик, тот же коврик, кресло и та же кровать, на которой спит, мычая и похрапывая, настоящий живой черт. Алена, до сих пор не спавшая с нечистой силой, сполошилась. Для начала она решила посоветоваться с Ленчиком, ее старшим двоюродным братом, учителем и наставником. Набрала номер. Долго никто не брал трубку. Наконец, на другом конце провода послышался сонный, недовольный голос Ленчика. «В такую рань, какого хрена?» – проворчал он вместо приветствия. «Лень, ты не поверишь, у меня тут черт спит с рогами и копытами, а член у него во». «Аленка, нет твоей проблемы, меньше надо пить. Девочка, все!» И Ленчик повесил трубку. «Не верит», — расстрелялась Алена. «Может, в полицию позвонить? Как там черт на иврите?» Алена позвонила в полицию. «Слеха, это сли бабайт сатан». Иврит, плохой иврит. «Простите, у меня думаю, черт. У вас с ним проблемы?» — спросили у нее по-русски. «Да нет. Он вам чем-то угрожает, рукоприкладывает или покушается на вашу собственность?» «Нет, что вы, он спит. В таком случае вы зря нас беспокоите. Если он спит, значит устал, ничего противозаконного в этом нет. Не беспокойтесь, Геверет. Если будут проблемы, звоните». Алена расстроилась еще больше и нечаянно стала смахивать крошки с позавчерашнего номера газеты. Взгляд упал на объявление. Возможно, это именно то, что сейчас нужно. Позвонила. «Служба доверия слушает», — ответил баласковый мужской голос. «Здравствуйте, а у меня проблема». «Да-да, мы вас слушаем, будем рады вам помочь. Видите ли, у меня в постели черт спит». «Извините, как вы сказали, черт?» «Черт, с рогами, понимаете?» «А хвост у нее есть?» «И хвост, и копыта, и шерсть». «Очень интересно. Девушка, простите за нескромный вопрос. Вы к психиатру когда-нибудь обращались?» «Нет, а вы?» Телефонный доверитель смутился. «Наверное, все-таки обращался». «Девушка, ну перекрестите его, что ли?» «Ну перекрестила». «Исчез?» «Не исчез». «Ну, девушка, ну что вам посоветовать? Сходите в синагогу, что ли?» «Да, в синагогу для полного счастья. Там меня только не видели». «Всего доброго. Надеюсь, вы решите свои проблемы. У вас будет все хорошо». И владелец ласкового голоса повесил трубку. Раздался стук в дверь, сердитый голос балабайта хозяина. «Алена, отзахает кэсов гаю». «Алена, ты помнишь деньги сегодня?» «Х,
Хренов Мордыхай, подумала Алена, где же я возьму сейчас Кесов за квартиру, только бы черт мой не проснулся. Елена, как обычно, предварила свою нет дома, мало молча не открывала. Алена, Алена Фе, не идешь от бабай. Алена, это некрасиво, я знаю, что ты дома. А ты докажи, что это я, ухмыльнулась Алена. Мордыхай стучал так громко, что чё стал ворочаться и болтать во сне по-португальски. Алена, отлоливат? Не унимался Мордыхай. Все, прогорело, придется сменить тактику. Алена быстро оделась, спотыкаясь от длинного кибуса на юбку, выскочила за дверь, быстро захлопнула перед носом балабайт. «Манишма! Мордыхайчик!» — кричала она, сбегая с лестницы. «Леонат, Алена! Лебет Кнесет!» — синагогу. В радиусе 50 метров находились три синагоги. Больше всего Алена привлекала высокая серая с витражами. Сердце зачастило, но страх перед чертом был сильнее страха перед раввинами. В синагоге было почти пусто. Служба закончилась, лишь какой-то упитанный очкастый мальчик в черной шляпе и с лоснящимися пейсами беседовал с раввином. Преодолев нерешительность, Алена подошла к ним. Рав поднял глаза. «Ну, у меня в постели черт!» «Женщина, не при ребенке!» Раввин приподнял шляпу мальчика, поцеловал его в умный лоб и что-то сказал на идиш. Послушное дитя бросил на Алену любопытный взгляд и выбежал из помещения. «Вы еврейка?» – спросил Рав. «Да, у настоящих евреев чертей не бывает. Как фамилия твоей матери?» «Фишман». «Хорошая фамилия. А как фамилия матери твоей матери?» «Халупович». «Хорошая фамилия. А как фамилия матери матери твоей матери?» «Не помню. Кажется, Уткина». «И это, по-твоему, фамилия? Ха-ха. Я же говорю, что евреев чертей не бывает». «Так вы мне не поможете? Иди в свою князью, церковь. Там тебе помогут». Алена вышла, а раввин еще долго приплясывая ходил по синагоге, напевая. «У евреев чертей не бывает, черебом не бывает». Русская церковь находилась на окраине города. Алена топала по жаре, волнуясь, что странный гость может проснуться и сотворить в квартире такой бардак, что она с Мордыхаем уж точно во веки веков не расплатится. Князья оказалась не просто церковью, а целым женским монастырем. Для прихожан часы казались неприемными. И тут не бюрократия. Алена долго стучала в тяжелые ворота, но ей не открывали. Она совсем отчаялась и пошла прочь. Но тут из боковой калитки вышли две молодые монашки в сереньких платочках. Алена заколебалась, не зная точно, как следует обращаться к монашкам. Девушки, женщины, госпожи, говорят. А монашки все более отдалялась. И тут сама душа Алены закричала: «Сестры!» Монашки остановились, оглянулись. Алена смущенно, улыбаясь, подбежала к ним и выпалила: «Девочки, у меня черт дома!» Монашки округлили взгляды, переглянулись и крестясь побежали обратно. «Девочки, не бросайте меня!» – кричала Алена, догоняя их. Когда калитка приоткрылась, Алена успела вслед за сестрами попасть на территорию монастыря. Девицы уходили от нее быстрым шагом, не оборачиваясь и не переставая креститься. Уходу краем одна из них протараторила: «Не входи за нами, стой здесь, сейчас батюшка выйдет». Вместо почтенного старшего к Алене вышел детина, 2 на 1,5, с черной мужицкой бородой. В рясе и с крестом. Он внимательно выслушал Алену, глаза в глазах у него загорелся охотничий блеск. «Будем брать», — процедил он сквозь зубы и кивнул головой. Через час обыватели улицы Иерушалаем с удивлением наблюдали странную процессию. Впереди шла молодая Аллаха Даша в длинной кибусной юбке, рядом здоровенный поп, вооруженный кадилом, а за ним отделение монашек с хороговыми, крестами и прочим церковным инвентарем. Шествие замыкал сантехник с гаечным ключом необычайного размера, который он держал, как копье, как Георгий Победоносец копье. Когда процессия поднималась по лестнице Алениного дома, Мордыхай, живущий этажом ниже, запершись на 7 замков и жалея, что год назад поскупился на бронированную дверь Паладели, испуганно, но не без любопытства, посматривал в глазок. Алена, кинув взглядом войско, открыла дверь квартиры. Отстранив ее, батюшка мужественно вошел первым. За ним валились остальные. Черта в квартире не было. На развороченной кровати валялись клочья серо-зеленой шерсти. Видно, черт линял. «Третий раз ушел, паскуда!» – тяжело вздохнул батюшка. Сантехник набрал его легкий воздух, чтобы выразиться, но вовремя спохватившись, перекрестил рот. Обработав квартиру святой водой, делегация отбыла. Позже, заправляя постель, Алена обнаружила под матрасом толстенную пачку 200-шекелевых купюр. Они отошли в сентябре 95-го.
своего сборника коротких мини-рассказов. Маленький очень рассказ. Я попробую его воспроизвести и отыграть по ролям. Значит, действия происходят у психолога в кабинете. Так вы утверждаете, что вы занимаетесь этим довольно часто. Да, вы знаете, очень часто. И вам нравится? Очень. Не могу бросить. И как часто? Вы знаете, 3-4 или... Ой, последний раз 7 раз в день. Да, даже у меня такого не было. Удивительно, удивительно. Скажите, что вы испытываете? Ну, представьте себе, в парке вы вдыхаете запах кленовых листьев, и у вас такие яркие эмоции. Вот что-то, что-то как у Пришвина, да. Так, хорошо. Скажите, вы кому-то рассказывали об этом? Вы знаете, всем. Куда я только не приду, на площади, в концертном зале, везде рассказываю. Ой, стыдно-то как, господи. Так, хорошо, всем рассказывает, всем нравится. Так вы, значит, на что-то жалуетесь? Вы знаете, жалуюсь. Мне кажется, надо это дело бросить. У меня уже 6-й муж, он от меня сбежал. А вчера он мне сказал, что я совсем перестала с ним разговаривать. Я 7 раз в день занимаюсь этим, а на него наплевать. Да, понятно, понятно. Скажите, все-таки, может, вы как-то объясните мне, я вам смогу помочь, что вас так волнует? Вы знаете, очень как-то все происходит так быстро, так очень неожиданно. Вот давеча ехала я в метро, и само собой получилось. А в автобусе я ехала, неподозревающий кондуктор на меня смотрела шалелыми глазами, а я... Да, да, понятно, понятно. Вы знаете, я вам, наверное, пропишу лекарство. Вы его пейте 3 раза в день, и, может быть, тогда у вас все получится, и появится замечательный мужчина. Да, доктор, спасибо, спасибо. Дама удалилась из кабинета, доктор поправил свои очки и сказал: да, это 6-я поэтесса за день, которая пишет стихи по 7 раз в день, читает во всех концертных залах, публикуется во всех альманахах. И именно поэтому у них нет мужчин. Что же делать? Он открывает окно, смотрит на бегущую толпу и кричит: «Поэтессы в толпе есть?» Через 5 секунд лес рук. «Не поэтессы в толпе есть?» Через 5 секунд рук нет. Профессор поправил очки и сказал: «Тем паче, я вот тоже давеча занимался этим по 8 раз в день, но бросил. И все-таки поэзия – это замечательное занятие». Как я понимаю, хотя там идет речь о женщине, но это о Михаиле Бэе. Не знаю. Это абсолютно соответствует. Может и быть, но я писал. Если кто-нибудь знает Михаила Бэя. Знаем, конечно. Я тогда прочту 2 стихотворения, поскольку поэтессу уже упоминали. Вот. Ну, Толя, ну хотя бы стихи, 2 стишка. Рассказ мой я буду читать потом. Пока. Ну вот про Израиль речь шла. У меня папа жил в Израиле, он сначала работал профессором в Институте физкультуры в Нетании, а потом, когда вышел на пенсию, он жил в Цфате. Я там бывала, в этом прелестном городе Цфате. В Израиле 3 святых города: Иерусалим, Цфат и Тверия. Тверия там на озере Кинерет. Вот у меня такое стихотворение про Цфат. Кошачий город Цфат, утешься розами, несут порывы ветра терпкий запах, настурция олеет, напиток горький жизни, запей вино кошерно сладким, бессмертной кошки Цфата, загадочные имени каббалистки, не в них ли переселились души мудрецов, раввины великие
спит сном спокойным на горе Мирун и охраняет город молчаливых иудеев. В тех черных одеяниях их дети не глядят на посторонних, как будто их не видят. Два мира в Цфате не смотрят друг на друга. Мир дневной, пронизанный томительными запахами сосен и цветов, где даже днем услышишь соловьев. Шоссе, машины, рынок, суетливый туристский рай с обилием декораций, галереи, картины бессмертных пытаются быть зеркалом дневного и ночного мира. Но это невозможно. Мир ночной не поддается вашему сознанию. Темные одежды, переплеты книг, могилы мудрецов, тфилин и свитки Торы, и лабиринты снов. Закрытый мир закона, 6 тысячелетий, ведущего народ из нового египетского плена. Мессии тень, и мертвые из тлена восстанут. Переплетение дня и ночи, добра и зла, и вечности покров. Тогда мы пригласим Иру, а потом я прочитаю свой рассказ, тоже такой. Немножко. Про сумасшедших. Ну, сделала здесь, а там написала, где именно тут рассказывала, его мамочки светлая память и мои. Больше книг не создавала, для этого у меня 5-6 книг. Тут и об Израиле, и о Петербурге, и обо всем. Ну, когда говорит, про любовь не пишет, я только про любовь пишу в основном. Ну, начну я о Петербурге, о Ленинграде. Два стихотворения, да? Ну, сейчас или что, у тебя рассказ? Да, рассказик маленький и стихотворение. О ленинградской девочке. Она была очень классная, но при этом такая несчастная. Время бежит, проходит, не останавливается. Можно вспоминать прошлое, успехи, разочарования, любовь, страсть, эмоции, но все безжалостно проходит. Исчезает из твоей жизни, и обратной дороги туда нет, но мысли... Они возвращают нас в это прошлое, ушедшую молодость и надежду, которая была, может, и сейчас она с нами. Эта девочка родилась в Ленинграде, жила с папой, с мамой в центре города. Потом подросла и стала частным посетителем Сайгона. Сайгон – это кафетерия Новомунецкого и Владимирского, где собирались богемы. Художники, поэты, Бродский, Сережа Довлатов, Шарали, Исачев Саша. Люди тянулись к ней, да и сейчас ее любят. У нее нет недостатков в друзьях и общении. Она душа компании, но ей от этого не легче. Все замуж ходила, да не дошло до тех отношений, о которых мечтала в детстве. Она проживала со своими героями в волшебных сказках и думала, что добро всегда побеждает зло. Теперь ей грустно. Девочка выросла, но не повзрослела. Она до сих пор верит в любовь. Нет, не всегда. Чаще отчаяние и боязнь одиночества, но... Надежда не исчезает. Стихотворение про любовь. А я хожу, а он мне мерещится, а я бегу по минному полю. Он мне звонит, я реагирую болью. Брожу по снегу, он где-то рядышком. Лечу на небо, и он со мною. Его люблю, может, это кажется, ему лишь 40, а мне-то по воле. Не знаю как, но надо успокоиться. Но он со мной в радости и в горе. На самом деле это только кажется. Он ведь далеко, на берегу моря. А я сижу, он опять увязывается. А я бегу, куда? Не понимаю. Любовь – это болезнь. Или это мне кажется, это просто горе. Перелистав нежность и смятение, зайду к нему в гости на Фейсбуке и получу высшее наслаждение от этой радостной муки. И последнее. Она любила айфоны и золото, а он не любил ни того, ни другого. Она хотела блистать в роскоши, а он использовал ее, и очень много. Ей нравились Феррари и дорогие виски, а он пил вино и дешевую водку. Она его уже давно не любила, а он все-таки накуривался и заливал глотку. Они общались по разные стороны, она спокойно, а он кричал, но почему-то упорно и долго. Во сне он имя ее повторил. Спасибо. Захочет Костя послушать. Здесь у меня много про Питер.
Есть про Берлин и немножко про еврейскую жизнь в Берлине, такой немножко про любовь. А это про любовь, про Берлин. Про Таврический сад. А Таврический сад прочесть, да? Если небольшой. Он маленький очень, да. Конечно. Давайте так, да, Таврический сад. Сколько найдем? Вот он. 11. Ну, собственно, я так назвала мою книжку, именно потому что мы, как говорится, все родом из детства. Улица Войнова, ныне Шпалерная, где я родилась, никогда не была уютной и приятной. Она казалась мне мрачной и пустынной. Там не было ни одного кустика или деревца. Хотя я не знала, конечно, что громадное серое здание в конце улицы – это ГПУ. Или большой дом, с глухими стенами которого творились какие-то странные вещи. Пока я не ходила в детский сад, мной занимались няни. Родители были вечно на работе. Тогда ведь полагалось всего один выходной. Мама работала врачом скорой помощи. Посменно, так что я ее редко видела. Папа писал диссертацию по физиологии и пропадал среди своих лягушек и крыс в медицинском университете. Помню двух совершенно непохожих дам, представленных ко мне на довольно долгое время. Одна была деревенская девушка Галя. Цветущая, полногрудая блондинка с русой косой, взятая из деревни, мечтавшая выйти в Питере замуж. Она водила меня гулять на набережную Невы, напротив тюрьмы Присты. Я не знала, что это тюрьма, и красивые старинные здания красного кирпича представлялись мне волшебными замками. Набережная не была еще оправлена в гранит. Я сидела около воды и играла в песок своими формочками и лопаточками. Галя в это время флиртовала с солдатами, назначавшими ей там свидание. Она рассказывала, что я ее дочка от китайского студента, который ее бросил и уехал в Китай. Мои слегка раскосые глаза и стрижка прямых волос с черной челкой и правда выглядели по-восточному. Я все это слышала, но никак не вмешивалась в Галину жизнь. Пусть человек найдет свое счастье. В конце концов, Галя была уволена из-за частых свиданий с неизвестными мужчинами и заигрываний с моим папой, проявлявшим к ней какой-то мужской интерес. Или мама, замученная своей скорой помощью, так думала. На смену Гале пришла Анна Ивановна, сухонькая старушка из бывших, которой мужского интереса уж точно не могло быть. Тут началось мое настоящее воспитание с упоминанием французских слов, не камильфо, например, то есть быть вульгарной или делать что-то неприличное. Вместо тарелки вкусной пшеной каши от Гали я теперь должна была есть какие-то старушечьи хрустики, противный гоголь-моголь, знаю, что это, да, яйцо с сахарным песком, и на закуску большую ложку рыбьего жира. Анна Ивановна научила меня правильно сидеть за столом и подносить ложку ко рту, а не нырять в тарелку, пользоваться салфетками, вынимать ложку из стакана, когда пьешь чай. Интимные туалетные премудрости я получила тоже от нее. Как ни странно, она мне нравилась. Дело в том, что вместо набережной около Большого дома на Литейном проспекте она водила меня в Таврический сад. Оказалось, он находился в 100 метрах от нашего дома. Ничего прекраснее в своей маленькой жизни я не знала. Летом мы усаживались на скамейку в тенистом уголке, и Анна Ивановна читала мне толстые книжки сказок Андерсена, этого грустного волшебника, или зловещая история братьев Гримм. Мы собирали маленькие букетики полевых цветов, ходили на берег пруда смотреть на рыбок, которые там тогда водились, и она всю жизнь запомнила горбатые мостики и загадочные острова, зимний сад, засыпанный снегом, где меня возили на санках, а потом я каталась на лыжах. До сих пор обязательно хожу в оранжерею с экзотическими растениями, построенную вроде бы еще царицей Екатерины II. Анна Ивановна, у которой, кажется, не было ни детей, ни внуков, хотела сделать из меня воспитанную девочку. В том традиционном смысле, когда девочек учили танцевать, вязать крючком, быть скромными и делать книксов.
Мне кажется, что-то в моей голове от ее воспитания осталось. Я никогда не чувствовала себя по-настоящему советской девочкой, немножко мужеподобной и решительной. Нет, наверное, поэтому мне было в детском саду, куда меня потом отдали, так плохо. Я его ненавидела и скучала по моей Анне Ивановне, тихим аллеям Таврического сада, летней сирени и зимнему снегу, щебету птиц и весенним тюльпаном, первым подснежником, стаканом газировки за 3 копейки и кофе с молоком за 5 копеек, который мы частенько по секрету от родителей пили с Анной Ивановной в круглом павильоне бонбоньерки, существующем по сей день. Конечно, не мне дело, что я не стала коллективным человеком, каких тогда воспитывали детские сады и школы, а осталась неисправимой индивидуалисткой, о чем совершенно не жалею. Но свою лепту в формирование этой плохо управляемой особы она безусловно внесла. Характеристика такая. Ну, если кто-то еще хочет выступить. О любви хотите. О любви хотите? Ну, давайте. Немножко, значит, мы перемещаемся в пространстве, в другое место, в другое время. То есть из 50-х годов, я не боюсь этого слова, мы перемещаемся в наше время, в 21 век. И попадаем в Берлин, куда я сейчас расскажу. «Тринадцатый сын» называется рассказ. Ну, вот «Тринадцатый сын». Да, я вот хочу еще раз сказать, что за выпуск этой книжки я очень-очень благодарна Елене Мордовиной, которая была моим редактором. Она мне очень помогала эту книжку сделать. И я очень благодарна Ивану, который такую прекрасную обложку сделал. И мне помог ее, так сказать, привести в состояние готовности. И двум художникам, которые ее иллюстрировали. Тут замечательная совершенно иллюстрация. Один из них это Раис Халилов, вот это и иллюстрации моей дочки Сони Королевой, моей старшей дочки. Вот, например, вот мы к этому рассказу «13-й сын», это Соня. Это такой сделала коллаж. А у вас две дочки? У меня две дочки, да. Эта история случилась в давние времена. Я тогда сяду, да? Когда никто не знал, что мир изменит пандемия коронавируса, вселившего страх во все страны мира, уносящие ежегодно тысячи жизней. До сих пор, кстати, наш любимый друг и прекрасный литератор, и человек, который написал здесь «Видение», «Предисловие», Алексей Филимонов, он более тяжелой формой коронавируса. Вот мне написал, да. Что? Алексей Филимонов болен коронавирусом сейчас. Сейчас? Сейчас, в данный момент. Да, у него коронавирус, до сих пор температура держится. Он дома или в больнице? Нет, он дома, слава Богу. Действительно, слава Богу. Мы с ним все время на связи, да, и как бы в момент, когда он написал, что его чуть в больницу не отправили, я прямо в панике была. Я очень люблю Алексея, и он такой прекрасный поэт, и прекрасный человек. Да, написал. Да. Во всем оригинальный. Во всем, да. Скажем так, мы с ним очень дружим уже достаточно долго. В те счастливые, как мы поняли, времена итальянцы и испанцы целовались при встрече, не думая о последствиях, а евреи собирались в синагогах на Пурим и Песах и зажигали на площадях зимой ханукальные свечи. Ну и сейчас это опять все тоже делают. В Берлине сохранились еще с прошлого века несколько старинных синагог. Евреев вообще-то мало, но разных синагог, новых и старых, много. Наша ортодоксальная, но есть и другие, хаббат любавические, сефардские, либеральные, евреи за Иисуса Христа и даже одна реформистская, где раввином служит женщина, перешедшая в иудаизм. С улицы наша синагога не видна, видно только полицейских, которые круглосуточно дежурят у дома номер 13 в любую погоду. А 13, между прочим, это счастливое еврейское число, означает это Бог 13. В то время как остальные его боятся. У евреев все не как у людей, это известно, начиная от книг справа налево и кончая правописанием безгласных, когда даже носители языка должны гадать, что там написано. Евреи этим гордятся, что древний язык оживили. И правда, это чудо, никогда в истории такого не было. Нужно пройти мимо вахтера через стеклянные двери и попадаешь в неприбранный темноватый большой двор, украшенный огромным каштаном, наверное, столетним, видным из окон синагоги.
Сама синагога находится в здании бывшей масонской ложи, что, возможно, не случайно. На 10-метровой высоты потолке живут лепные химеры с длинными клювами и большими крыльями. Акустика в зале прекрасная. Каждый шаббат звучит пение кантора, как в оперном театре. Женщины сидят позади, за сеткой, загородкой на амфитеатре, полутемно и неуютно. По широкой лестнице надо подняться в зал для кидуша, совместный послемолитвенный трапез. На стенах изречения важные моменты из стороны и в иврите, английском и русском. Новые зеленые стулья, недавно купленные рыбы, очень оживляют скучное белое помещение. Шаббаты, праздники, здесь звучат молитвы, пение, становятся оживленным, как в хорошем ресторане. Наш ребенок очень либеральный, хоть и ортодокс. Мужчины и женщины сидят вместе, там демонстрируют наряды. Особенно хороши платья красавицы Рэбби Ценар Прада или Поля Готье. Как говорит Рэбби, синагога – наш второй дом, и все друг к другу привыкли, как родные. Но вот несколько лет назад появилась одна необычная пара – мама с маленьким мальчиком. Все в синагоге этого мальчика любили, такой он хорошенький, как игрушечный, черненький, с аккуратными локончиками-песиками. Очень непоседливый был ребенок, не мать, а она, наоборот, слишком спокойная была. Молчаливая, замкнутая, почти не улыбалась и смотрела на всех довольно мрачно. Платок белый уродливый все волосы закрывал, как у мусульманки. Только по рождению она как раз христианка была, высокая и прямая, всегда в длинном бесформенном платье, выглядела как монашка. За сыном хорошо смотрела, глаз не спускала, но и с другими общаться не мешала. Когда он слишком расшалится, прикрикнет на него, но довольно зло. Правда, иногда было его не унять, темперамент явно не мамин, а чьи. Про себя я называла сын полка, оказалось, ничего не знаю, очень даже известного отца сын. Мама его вообще аристократка немецкая, графиня, с присказкой фон. Что и в графинях не сиделось, и зачем в евреи подалась, никто никому об этом не рассказывал, можно только фантазировать. Если снять жуткий белый платок, а одеть нормальное платье, видно будет, что Герда красавица. Высокая, прямая, широкоплечья и сильная, с холодными голубыми глазами. Настоящая немецкая Брунгильда. Без сомнения, была бы принята в союз советских женщин времен Адольфа Гитлера. Мальчонка же на нее абсолютно не похож. Живой, вертлявый, с быстрыми глазками, подвижные обезьяньи мордочки. Что же заставило нашу аристократку в евреи податься? Например, дедушка ее оберштурмбанн Фюдером СС был, и она решила вину его перед евреями загладить. Нет уж, какая-то слишком радикально, как это слишком радикально, хотя евреи перейти теперь многие хотят, да не у многих получается. Есть такие, которые по 10 лет ходят в синагогу, все знают, а их все равно не принимают, как когда-то в КПСС. Что-то Равину и Равинскому суду не нравится, но все же многие немцы, не только немцы, евреев конвертировались, выучили все 613 запретов писаний, могут бегло пересказать 2000 страниц Торы, конечно, освоили иврит. То ли скажем, что сами евреи, многие из которых в религии ничего не смыслят, а только вид делают, должны этих новеньких уважать и всячески приветствовать, потому что у них оказалось, как у евреев, вторая душа. Вот и мама Ноэля, как зовут мальчика, Герда фон Ха. Все это прошла, явилась в нашу синагогу уже готовой еврейкой, плотно упакованной в платок на голове, бесформенную одежду. Хотя, между нами говоря, незамужней женщине все это не требуется. Никакого мужа у нее, конечно, не было, но ребенок был. Когда на эльской толпы старцев и евреев среднего возраста появлялся рядом с концом на вине и пел немецким нежным детским голосом молитву, многие утирали слезы умиления. Что неудивительно. Мальчик-то был сыном известного сефардского раввина Захара Зафра. Приехал этот Захар из Марокко лет 35 назад, когда еврейская миграция в Германию только начиналась. Нашел одну бедную некрасивую девочку Маку, польскую еврейку, родители которых чудом спаслись от Холокоста. Дальше же на Захаре шла бы мирно, тихо и мирно, как у всякого порядочного еврея. Правда, сначала пара была объявлена бездетной, но мамки на молитву смогли, и она стала каждый год рожать по мальчику, набралось их ровно 12. Но у Захарии был один секретный грех, который вообще-то ни для кого секретом не был. Он постоянно хотел заниматься сексом. Это бывает у мужчин, у евреев тоже. До приставания к сотрудницам министра в Израиле в тюрьму посадили.
одного политика, помните, который черный горничный в отеле соблазнился, после чего карьеру и жену потерял. Так что мету, я тоже так называемый харисмен, родившийся в Америке, протест против легких домогательств, очень многих богатых евреев коснулся. Ну и бедные не отстают. Вот тут один тип в Израиле жил сразу с 8 женщинами. Ультрарелигиозный ежегодник, между прочим. И о чудо, все считали себя одинственными и любимыми. Некоторые даже детишек нарожали. Потом это, к сожалению, вскрылось. Видела его фото, так одна моя подруга сказала, я симпатичная, я бы тоже не отказалась. А беднягу в тюрьму упекли. За что, собственно? Они же сами соглашались. Вот и наш Захария. Конечно, как говорится, фонарь никто не держал. Но у нее идея была от еврея ребенка родить. А если уж от еврея, то не от какого-нибудь Мишугеля, то есть придурка, а непременно от Равина. Ребеночек получился весь в него, но просто копия. Только один человек был крайне недоволен и бурно свое недовольство выражал. Это жена Захария Малыш. Конечно, она не знала. Она знала, что евреям разрешается иметь женщины в стране и даже публичные дома посещать. Но тут стало слишком очевидно все, ее до глубины души задело. Мало ему своих 12 сыновей, так он еще на стороне завел. Разразился страшный скандал. Взрослая мамка била маленького Захарию по голове, чем попало, и кидалась посудой. Крик стоял на весь синагогальный двор, где они в специальной квартире для религиозных живут. Мамку эта история показала дурочкой, она не поняла, что ребенок появился не случайно, а это был 13-й сын. Значит, дальше я читать не буду, потому что я вижу, что народу это скучно немножко, да? Вот. Тогда, значит, еще один у меня... Все ждали, что про вас будет. Ваша любовь. Сейчас будет про любовь. Да, еще последний раз. Как действительно маленький про меня и про любовь? Ничего. Когда вы от себя... А какой хотите, может, а? Вот вы прочитали «Таврический сад». И было потрясающе. Хорошо, сейчас будет про меня. Как говорит он, первого лица. Да, сейчас. Вечерний поезд городской электрички из Бана был почти пустой. За окном было уже темно, и только фонари выхватывали из темноты фрагменты зданий, красных дорог, еще заполненных машинами какие-то трубы, ночной Берлин. На очередной остановке, кажется, это было что-то вроде Франкфурт-Ролей, вошел в поезд. Я сразу поняла, что он сядет рядом со мной. Очень худой, весь в черном и нетрезвый. Из кармана у него торчала недопитая бутылка вина. Он задремал, и я невольно стала его разглядывать. Лицо было тонкое, смуглое, продолговатое, с аристократическим носом, красивым рисунком рта. Густые волосы слегка тронуты сединой. Вдруг, будто почувствовав мой взгляд, он открыл глаза. Они были большие и черные. Я быстро отвернулась и нарочито внимательно уставилась в темное окно. «Почему вы такая грустная?» – спросила по-немецки. «Ну, как-то слишком четко. Так говорят иностранцы, много лет живущие в Германии. Половина зубов у него отсутствовала». «Я не грустная, я просто устала», – ответила я. Я быстро и снова отвернулась к окну, словно желая на этом закончить разговор. «Сколько вам лет?» – не унимался он. «Мне 55». Для пьяного он был слишком разговорчив, и я перешла к защите. «У женщин не спрашивают о возрасте». Нелепое замечание его нисколько не смутило. «Вы такая красивая. Вы испанка, а я венгр». «Ну, предположим», – ответила я, – начинаю ходить в роль. В этот момент нашу беседу прервали два энергичных контролера. Один небольшой, толстоватый, с бородой, другой высокий и неуклюжий. Маленький обратился к моему новому знакомому. «Ваш билет?» «Нет у меня никакого билета», – грустно ответил он. «Тогда усвайс». «Я усвайса нет». Я внутренне напряглась, представляя, как они его сейчас вытолкнут из вагона и вызовут полицию. Но толстенький как-то тихо и безнадежно спросил: «Он вдохлос? Бездомный?» И вернулся ко мне. Я в это время выкопала из сумки вечно куда-то заваливающийся проездной. Посмотрев на него, толстенький оживился. «Вы можете взять его с собой?
указал он на моего соседа и как-то двусмысленно улыбнулся. Второй одобрительно хмыкнул. Соседи по балкону смотрели на нас нескрываемым любопытством. Контролеры явно намекали на то, что если не молодая тетка, в субботу вечером едет куда-то одна, наверняка она одинокая, любому мужику будет рада, как в анекдоте про француженку. Чей мужчина, такси. Сам же мужчина, совершенно не замечая сарказма и нездорового любопытства окружающих, дал благодарности, протянул ко мне обе руки. Значит, в Германии, я поясняю, есть билеты, которые в выходной день, на них можно брать сопровождающих бесплатно, но они могут вместе ехать. Протянул ко мне обе руки, немытые, были они божественно красивые. Не знаю, был ли он падший ангел или принц из волшебной сказки, но таких рук я не видела никогда. Я опытная хиромантка, которая рукам человека придает не меньшее значение, чем лицу. Я тоже протянула ему свою руку, чувствуя совершенно неуместную симпатию к этому странному типу, уже теряющему человеческий облик. Впрочем, что такое человек? Это его одежда, выражение лица, манера, или это его душа, которая просвечивает из любой оболочки? Так вот, душа-то у него была светлая, а я, как всегда, плохо спасовала. Испугалась, что этот явно социально неблаговолочный человек проникнет в мою без того сложную запутанную жизнь и усложнит ее еще больше. Я судорожно отняла у него свою руку и дернулась к выходу, хотя до остановки было еще далеко. А он, вместо того, чтобы разозлиться, как это часто бывает у пьяных, когда слюнявая эйфория резко сменяется злобой, какой доброй и нежной улыбкой он на меня смотрел, показывая свои ужасные зубы. Какой грустью он махал мне рукой, когда я выходила из вагона. А может, это мне все почудилось? Он был пьян и не отдавал себя отчет в своих действиях. Но все-таки теперь, когда я вхожу в вагон из бана, я все время ищу его глазами, хотя понимаю, что вероятность нашей встречи ничтожно мало. Ангел не приходит дважды. У кого книгу купить можно? Пожалуйста, Иван Грае. Иван, приступайте к работе. А сколько стоит? 400, говорят. А говорит кто? Таня, во-первых, я хочу еще, так сказать, напоследок вам скажу, что я хочу поблагодарить Владимира Степановича сердечно за то, что он нас здесь принял, что он вот откликнулся на мою просьбу в его таком уютной редакции, где я уже неоднократно выступала и хочу с ним фотографироваться. Принял и радуется. Да, спасибо. А я пока сидел в уме, вам тоже стихотворение написал. Да, чудесно, сейчас прочтете, да? Это еще не подписано. А если ты там что? Да. Перегоним. Режиссер велит перейти. Вот чтобы не сомневались, что это ее книга, вот даже кофточка. Да, тоже в красном. Я, к сожалению, не пьяный и не в автобусе. И не в электричке. И не венгр. И не венгр. Пока. Спасибо вам. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Так, а автограф? Автограф. А фотографию сделали вы, Леночка, да? Она сделала. А вот как бы их мне скинуть? Нора, Владимир Степанович, пожалуйста, не отвлекайтесь. Автограф. Это очень важно и очень... Так я горю же вам. Подождите, сейчас автограф на книгу. Меня в массовку поставили. А экспромт я хотела. Завтра Земских требует возлияний? Нет, не требует. Он требует банкет. У кого какое восприятие? Земских требует банкет. Продолжение. У меня сегодня стамин. Может, больше, но стамин. Кто? Не знаю, больше. Это мой Борюшка написал незадолго до Питера прекрасный афоризм. Из развлечений у нас остались одна фамилия. Ты знаешь, как емко, да? Когда мы сходили все вместе, когда кого-нибудь провожают.
Да, это случайно. Вот это автограф. А через 100 лет цены не будет. Самое главное число поставили. Мало. Да. Нора, прочитай, пожалуйста. Дорогому Владимиру Степановичу Скворцову с благодарностью и добрыми пожеланиями многолетней дружбы. Вот. Спасибо. Здорово. Отлично. Все вместе. Один раз так и так. А это дизайнер, так я понимаю, да? Ну, вообще-то там Игорь Александрович, а это его жена Татьяна Михайловна Савкина. Нет, а вы Иван? А я не директор, я дизайнер. Иван Грайев. Иван? Так. Фамилия? Грайев. Гравер? Да, здесь в конце указано. Можно сказать, да. Пушкинская 10. Да, да. Да, не Пушкинская 10, она была другая. Наша. Ну, наша родная была, да. Я помню, квартиру покупала на Пушкинской 22. А, ты уже потом купили. Ну да, я думаю, что вот тут будет рядом. Ну, Сайбона уже не может. Дима, у тебя тоже нет? Нет. Была, но я не могу. Который там на Манежной площади. Так, ну, садись, там давай это самое, займемся делом. Ну, давай, сядь. Давай, вот это не все может. Так, тебе чего? Красный. Шумный, немноголюдный, но лично я всегда обогащаюсь от общения, от услышанного, увиденного. Каждый из вас – это вот действительно целая вселенная. Я много уже, не знаю, месяцев, наверное, не видел Валеру Земских, очаровательную совершенно Настю, которая здесь бывает, ослепит всех своей красотой. И а потом исчезнет, да? Вот те праздники, где будут на столе журналы, книги нами изданные, она подходит и бесплатно может брать. Сейчас все и вступят сразу тоже, и нам удостоверение. Ну, поскольку большинство из вас что-то читали, а я там сказал внезапно, что я пока сидел тоже стишок написал. Вот, я, вот самое время и прочитать. Тем более малюсенький и от души. Да, давайте. Вот. Посвященная Норе. Таврический сад меня просто настолько поразил. Вот этот маленький рассказ, и как они ходили на Неву с няней, на той стороне кресты. И все это буквально в глазах рисуется. А я еще и фантазер, и в душе, и в уме, и по жизни. Думаю, а ведь в крестах-то тоже там страдальцы смотрят. Вот с той стороны девочка вдоль не выходит, там плескает что-то там. А у меня дети остались там вне крестов. Ну и так далее. То есть мне уже как-то... Одним словом, Нора, вы удивительный человек. И уже не первый раз здесь проводите мероприятия. И хотел сказать вот что. Может, даже для меня сегодня это главное открытие. Вы не самолюбованием занимались, а вы дали возможность другим высказаться, другим выступить, слово молвить. Понимаете, это все и обогащает и вечер, и меня лично, и мою душу, и я просто счастлив, действительно. Вот Валерина творчество я читал, а вот когда он сам медленно, тихо читает, и эти белые стихи, они совершенно по-другому воспринимаются. Ну, то, что он классик, это понятно. Итак, Норе, без любви твоей страдая, как пустыня без воды, я открыл сегодня, родная, нет в тебе. На самом деле, да, я открыл в тебе, родная, нечто большее, чем ты. До счастливого финала познавала ты меня,
и во мне седом признала нечто большее, чем я. Я не закончил. Графоман сказал с отрадой, убедительно вполне. Аплодировать не надо, лучше дайте денег, блядь. Вот, а теперь заканчиваю. Нет сильней духовной жажды, этой истины держись, чтобы вдвоем прожить однажды нечто большее, чем жизнь. Браво! А все потому, что на чай перешел. Больше десятка лет. Самуил Борисович, посмотрите на меня.